За последние 10 лет отношение к круизам изменилось кардинально. Современные круизные лайнеры огромны, это даже не отели на воде, а целые курорты, на которых можно было бы легко потеряться. А Oasis of the Seas — одни из самых больших круизных лайнеров в мире. На этот лайнер было потрачено более 1 миллиарда. Сложно сказать, чего нет на этом лайнере. Здесь сочетаются все фантазии, которые могут возникнуть у вас в голове. Огромные улицы, цветущие парки, широкие прогулочные палубы, рестораны, бары, бассейны и многое другое. На лайнере есть тачскрин и информационные экраны, которые работают как карты и навигаторы. На борту вы сможете найти 37 баров, 20 ресторанов и много мест, где можно быстро перекусить. Здесь созданы целые улицы, такие как The Boardwalk и Royal Promenade. В центре лайнера есть уникальный парк, в котором растут настоящие деревья. Это прекрасное место для прогулок. Так как лайнер огромный, то и разновидностей кают тоже много. Есть 37 ценовых категорий, отличные каюты для семей с детьми, но абсолютно нет кают для одиночных путешественников. На лайнере есть 475 кают, которые выходят прямо на центральный парк или на королевский променад. Кают на корабле, 28 современных люксов и 2700 просторных кают двухкомнатных с двумя санузлами. Каждый сможет подобрать себе каюту по своему желанию и достатку. Все каюты делятся на два помещения – жилое помещение и санузел с душем. Вечером бывает очень шумно, так как на улицах проходит парада и играет музыка. Первый полный день на борту можно отдать под релаксацию, заказать завтрак в каюту из собственного балкона, посмотреть за вхождением корабля в порт. А после завтрака заняться собственным здоровьем, посетить тренажерный зал, поиграть в теннис или баскетбол или насладиться спа. Перед обедом позагорать и покупаться в бассейне под ярким солнцем. Тем более, что во время стоянок большинство пассажиров сходят на берег и возле бассейнов хватает свободных лежаков. Пообедать можно как в основном ресторане, так и в ресторане-буфете. Вечером из открытых палуб жизнь постепенно перетекает в закрытые помещения корабля. Начинается вечерняя жизнь, открываются магазины и казино, заполняются столики в барах, начинаются выступления артистов в лонжах и театрах. Это время, когда пассажиры находят для себя самые уютные места, завязывают знакомства и начинают ощущать ритм жизни корабля. Открытые палубы преображаются из полных жизни и энергии мест в романтические уголки, где так приятно провести немного времени на свежем морском воздухе, слушая крики чаек и любуясь лунной дорожкой. Перед ужином самое время немного посидеть в баре, выпить коктейль или кофе, послушать приятную музыку. После ужина можно еще немного посидеть в полюбившемся баре или прогуляться еще раз под звездами по верхним открытым палубам. На борту есть несколько помещений, стены у которых из стекла и находятся под водой, что позволяет наблюдать за морской жизнью. Есть, конечно, некоторые минусы у этого корабля. К примеру, если все пассажиры в один момент захотят позагорать, то из этого ничего не выйдет. Эта зона не рассчитана на большое количество людей. Также музыка на этом корабле играет всегда и везде. Порой это просто утомляет. Но тут уж ничего не поделаешь. Если вы не сделали заранее резервации на шоу, то вам придется постоять в очереди. Чтобы избежать этого, лучше продумайте свою программу заранее. Еще один неприятный момент – это ожидание лифтов. Их, конечно, не хватает, чтобы справиться с большим потоком пассажиров. Лайнер просто превосходный и оправдает ваши ожидания. А Oasis of the Seas спущен на воду в конце 2009 года. Круизный лайнер-город с коллекцией удивительных впечатлений, которые бросают вызов всем ограничениям. Никогда прежде гостям круизного лайнера не предлагались столь фантастические условия и возможности для потрясающего отдыха. Круизный лайнер создан для того, чтобы поражать и восхищать. На корабле – театры и рестораны, каток, ночной клуб Blaze, променадные зоны, кафе, бары и пицца Йории, амфитеатр, фитнес и спа-центр, салон красоты для мужчин, фотоуслуги,
магазины, детский клуб, бассейны, джакузи, мини-гольф, дискотека для подростков, питание на круизном корабле. Даже самые изысканные гурманы не останутся равнодушными к меню на круизном лайнере. Рестораны японской кухни, латинской традиционной, множество кафе и баров – все это делает прием пищи разнообразным и нескучным. Круизный лайнер даст вам возможность попробовать разнообразные кухни с большим количеством ресторанов, кафешек и баров, которые дополнят уже широкий выбор специализированных ресторанов. Развлечения и спорт. Большой фитнес и спа-центр включают в себя отдельные двухместные массажные комнаты, молодежный спа, полный восстановительный комплекс для волос, услуги косметолога, 158 современных кардио и силовых тренажеров. Отдельная зона бассейнов и спорта. Аквапарк для детей, 4 бассейна, 10 джакузи, спокойная область у бассейна с аллариум, 2 флуридерс, корты, мини-гольф и зип-лайн. Центр развлечений включает в себя казино Royal, театр Oval на 1380 мест, ночной клуб Blaze, музыкальные спектакли. На круизном лайнере не забыли и о подростках. Открытая площадка для гимнастики и активных развлечений, театр «Океан приключений» и лаборатория науки, проводятся уроки по созданию украшений и альбомов с вырезками. Зона для подростков включает в себя дискотеку Fuel, отдельную гостиную The Living Room, палубу Backdeck и еще массу приятных вещей. Также имеется детское обслуживание Royal Babies and Royal Tots с профессиональным персоналом. На борту лайнера для вас будут представлены новые места, где вы можете вечером провести время с друзьями и расслабиться на танце, поле или в караоке. Для детей Royal Caribbean является одним из лучших направлений для путешествий с детьми. И во многом это заслуга знаменитой программы Adventure Ocean, интерактивных занятий для детей всех возрастов. Это не детский сад или продленка в школе. Это целое приключение для детей. Они разделяются на группы по возрасту. Подросткам тоже не будет скучно. Они могут найти новых друзей, поиграть в игры, заняться спортом или повеселиться на вечеринках. И все это возможно в специальном клубе для подростков. Они могут свободно приходить и уходить, когда им захочется. Им так понравится, что единственное, чего вы можете пожелаете, это провести немного времени со своими детьми. Новый Adventure Ocean – полностью обновленный детский клуб, где, благодаря интерактивным играм и особому вниманию к каждому, дети смогут получить настоящее удовольствие от путешествия. Social 298 – новая лаунж-зона для подростков с игровыми приставками, музыкой, фильмами и новой открытой террасой The Patio. Glow in the Dark Laser Tag – в битве за Хрустальный город два команды, находящиеся на грани исчезновения, сражаются друг с другом, чтобы захватить мифический ледяной город. Royal Quest – Mission Control – Apollo 18 Quest, в котором гости попадают в точную копию оригинальной комнаты управления полетами, садятся на свои станции, после чего должны решить ряд головоломок и успешно запустить Аполлон 18. Круизный лайнер – это удобный современный корабль, на котором вы ощутите все прелести морского отдыха. Для того, чтобы на корабле вы не ощущали себя в изоляции, на лайнере масса развлекательных заведений и центров. Круизный лайнер позволит насладиться отдыхом и отвлечься от повседневных забот.